Я пришел сюда, приехал с деревни. Я приехал попросить прощения у этого хлопчика, у этой девочки, за то, что мы, я был политическим, создавал Белорусский народный фронт, я создавал крестьянскую партию, крестьянский союз, я был первый фермер Белоруссии. Как вас зовут? Виктор Николаевич. Ну мне просто, я до слез, я становлюсь на колени перед тем, чтобы я не могу ничего сделать. Я был в милиции, видел, как ОМОНовцы бьют наших детей. И мне нет слов больше говорить, может быть. Люди, поддержите нас, Поздняк. Я когда-то тебя отрезал так. Хватит ссориться, пора объединяться, может быть. Пора, мы должны объединиться и свалить этого придурка, может, в конце концов, может быть. Живя Беларусь, блядь. Живя Беларусь.